Люди, всем привет из Сочи. Сегодня 19 июня 2019 год, 19.19. Вот сегодня продолжим тему кино. Вчера у меня был первый опыт съемок в сериале, надеюсь, не последний. Вот. Я хочу сказать всем, кто хочет сниматься в сериале, это реально, в этом нет ничего особенного. То есть для меня это не предмет хвастовства какого-то, да. Это просто я показываю, вот людям же многим интересно, да, что это реально. Это вот даже вот меня, такого обычного человека, да, уже такого преклонного возраста, и то как бы взяли, да. То есть я прошел там кастинг определенный, там выбрали меня одного там из 10 человек. То есть, ну, я подошел по параметрам, по определенным профессиональным качествам, спортивным и так далее и тому подобное. Ну, то есть внешние данные, соответственно, конечно, роль играют, там рост, вес там и так далее. Так, немножко увлеклись. Значит, сегодня поговорим на тему прототипа фильма «Поймай меня, если сможешь». Дело в том, что на своем старом канале я уже снимал видео подобные по следам сериала «Таинственная страсть», который продюсировал Константин Эрнст. Вот я рассказал об этих шестидесятниках. Видео набрало больше 20 тысяч просмотров, по-моему. В это же время я записал про Мэла Гибсона, про его фильм «По соображениям совести». Меня очень заинтересовала эта история. Я посмотрел этот фильм, правда, пиратскую копию. И про Десмонда Досса, про него я записал тоже там около 10 или 15 тысяч уже просмотров. То есть людям интересно на самом деле. То есть люди любят правдивые истории про прототипов. Итак, сегодня поговорим о фильме «Поймай меня, если сможешь», о прототипе главного героя, об этом фильме, немножко о режиссере и так далее. Значит, это фильм Стивена Спилберга, американская детективная трагикомедия, основана на книге, написанной в соавторстве со Стэном Ридингом, который повествует о реальных событиях из жизни Фрэнка Абигнейла. Вот этот Фрэнк Абигнейл и есть прототип, мы о нем позже чуть-чуть поговорим поподробнее. Значит, что касается самого Стивена Спилберга, то я смотрел самый первый его фильм, который я увидел. Это был «Красноярск», 89-й год. Не помню, кинотеатр «Что в кино», по-моему. Значит, фильм назывался «Контакты третьей степени». Там еще Франсуа Трюфо почему-то сыграл, французский режиссер, второстепенную роль. Понимаете, фильм ни о чем вообще, вот просто настолько затянутый, настолько ни о чем. Вот как будто инопланетяне прилетели, и вот там ни сюжета нет. Вот они прилетели, тарелка зависла, и дальше идут, значит, переписка, цветомузыка, там они что-то хотят сказать, люди их не понимают. Ну, в общем, полное дерьмо. Фильм просто, вот как сказал бы Будда Гришна, говно. Вот у него любимое слово. Потому что слов больше нету, да. Но потом Стивен Спилберг исправился. Он стал снимать хорошие фильмы, шедевры. Вот «Парк юрского периода» я тоже терпеть не могу, эти фильмы, потому что там очень много вот этого кича какого-то, как это слово такое вот, все как-то наигранно, как-то искусственно, как-то все вот, это динозавромания потом пошла по всему миру, да. «Спасти рядового Райана» я тоже не люблю этот фильм, потому что начало фильма там просто мясорубка, вот, мясорубка. То есть фильм такой, ну, откровенная заказуха такая, патриотическая, вот такая, вот выдуманная, высосанная из пальца история о том, что вот у матери в Америке остался единственный сын, который воюет, его надо обязательно спасти, вытащить его из этой мясорубки, в главной роли Том Хэнкс. Короче, заказуха, вот. Но мне очень нравятся его фильмы. «Инопланетянин», «Список Шиндлера», потрясающий, просто гениальный фильм «Список Шиндлера», вот всем рекомендую, смотрел несколько раз, в детстве читал много книг про концлагеря. Значит, вернемся все-таки к нашему фильму «Поймай меня, если сможешь». Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Кто не знает, в нем течет русская кровь. Рос он без отца, по-моему, по знаку зодиака он Скорпион. Мать его назвала Леонардо в честь Леонардо да Винчи. Я уже говорил много раз о том, что когда в честь кого-то называют, это очень здорово работает. Мать его тогда была, когда была беременна, она смотрела картину Леонардо да Винчи, наслаждалась как бы созерцанием вот этой картины. Я тоже видел много картин Леонардо да Винчи в Лондоне, ну, в разных музеях я был. Вот там отдельные даже такие как бы комнаты есть, где вот картина Леонардо да Винчи висит. И в этот момент мать Ди Каприо почувствовала шевеление плода первое. И она подумала, я назову его Леонардо. Видите, как это сработало? Гениальный актер, я считаю, Ди Каприо. Ему надо было давать Оскар уже за «Титаник», понимаете. Вот за «Титаник» уже надо было давать. Вот. Все-таки вот эта смесь крови, там у него намешана нормальной крови, да. Вот
За «Титаник» точно надо было давать. «Авиатор» – гениальный фильм про Говарда Хьюза. О нем поговорим попозже. То есть «Прототип» тоже. Потрясающая история. Вот. Ну, практически за любой фильм Ди Каприо можно было давать «Оскар». Если там не за лучшую мужскую роль. Там, ну, у него второго плана практически нет. У него все роли первого плана. Да. Но ему дали за какую-то фигню, по-моему, что-то «Выживший». Да, вот. История там на севере. Где я сам просто жил на севере. Я знаю, что такое «Выжить в холоде». Да. Итак, мы немножко осветили, кто такой Спилберг, кто такой Ди Каприо. А теперь возьмемся за нашего любимого, а не пора ли взяться нам замахнуться на Абигнелла Фрэнка. Итак, он родился 27 апреля 1948 года. Среди тельцов очень много мошенников, я об этом буду говорить еще позже. Очень, очень много непорядочных людей таких. Один из них – это Евгений Федоров. Если правильно называю фамилию, депутат от «Единой России», от Санкт-Петербурга, который вот врет просто напропалую, вот. Вот настолько двуличные люди, будут говорить одно и делать совершенно другое. Вот, как говорится, сыв глаза, все божья роса. Вот это про тельцов. Вот. Но у них чувство юмора, и они очень экономически одаренные. Вот тельцы, они очень экономически зациклены. Вот много экономистов выдающихся. Карл Маркс, например, Михаил Хазин, вот наш, да, везде. Потом еще есть Михаил, один забыл фамилию. Все время он выступает как эксперт. Но неважно, короче... Арсений Яценюк вот, на Украине, телец. Вот. Тельцы все разваливают. Вот. Немножко опять увлечемся, да, кому-то интересно стрельбой. Просто когда вот три стрельца соединяются, это Ленин, Керенский и Николай II, они все тельцы. Вот они когда соединились, России пришел капец. Итак, Фрэнк Уильям Абигнейл. Обладая особым талантом и склонностью к мошенничеству, он в возрасте 16 лет начинает подделывать чеки и обналичивать их по всей стране и за ее пределами. За 5 лет преступной деятельности его фальшивые чеки на общую сумму 2,5 миллиона долларов оказались в обращении 26 стран мира. Скрываясь от уголовного преследования, Абигнейл проявил удивительные способности в перевоплощении, выдавая себя за пилота авиалинии, профессора социологии, врача, адвоката и так далее. Поймать мошенника смогли лишь в 1969 году во Франции. А напомню, что дело началось в 60-х годах. После экстрадиции в США он был приговорен к 12 годам тюремного заключения, но сидел лишь часть срока. ФБР привлекло его к сотрудничеству по выявлению имеющихся в обороте подделок, а также их изготовителей. Абигнейл и сейчас читает лекции в Академии ФБР, а также дает консультации крупнейшим корпорациям и официальным учреждениям различных государств. Вот у нас бы просто закатали бы человека в асфальт и отсидел бы по полной, и вообще бы ему ничего не дали. История его незаурядной жизни легла в основу автобиографии «Поймай меня, если сможешь». Ну, это фильм, мы уже об этом говорили. Где сыграл Леонардо Ди Каприо. Замечательно. Удивительно, что для большинства махинаций Фрэнком Абигнейлом использовалась ручка, ножницы, ластик и клей. Больше ничего. Ранние годы. У предпринимателя Фрэнка Абигнейла-старшего и его жены-француженки Полет Абигнейл... Вот, видите, смесь. Вот откуда талант. Я же говорил, что должна быть смесь. Мать француженка была. Вот оно где, понимаете. Было четверо детей. Фрэнк младший был третьим ребенком в семье. Многие качества и навыки он унаследовал у своего отца, который живо интересовался политикой, а также был связан по работе с людьми различного социального статуса. Когда Фрэнку исполнилось 16 лет, его родители развелись. Вот, травма ребенка психологическая, об этом тоже много говорил. Отсюда талант, то есть ребенок без матери, без отца, там, то есть кто-то уходит из семьи, и ребенок начинает быстро-быстро развиваться. По суду его оставили на попечение отца. Тем не менее, по словам самого Фрэнка, его отец не очень жаждал этого. Развод родителей сильно травмировал несовершеннолетнего Фрэнка, и он вплоть до смерти отца в 1974 году тщетно пытался восстановить семью. Отец стал первой жертвой мошенничества Фрэнка. С ростом интереса к противоположному полу он стал все больше тратиться на общение с девушками, а деньги снимал с кредитной карточки, которую выпросил у отца под предлогом необходимости заправки автомобиля, подаренного также отцом. Он имел своеобразный сговор с работниками заправочных станций. Покупая топливо и запчасти, он просил пробивать по карте большую сумму, а разницу от реальной цены делил с заправщиком. Итоговый счет по карте составил 3400 долларов, о чем Абигнейл-старший узнал только после личного общения со сборщиком долгов. Как оказалось, Фрэнк уничтожал приходившие по почте счета. Вскоре Фрэнк окончательно переключился на тюристский образ жизни, стал совершать более серьезные акты мошенничества. Его первым преступлением стала подделка чеков и по его же собственному счету. При этом сумма чека превышала сумму счету. Такую махинацию он проделал со множеством банков. Наиболее употребляемым стал прием подброса фальшивого депозитного бланка в общую базу данных. Это означало переток денег со счетов реальных клиентов банков в поддельный счет Фрэнка. Таким образом, он присвоил более 40 тысяч долларов, прежде чем банки обнаружили источник утечки средств. К тому моменту, когда его объявили в розыск, Фрэнк успел собрать со счетов деньги и сменить личность.
Ну, наверное, не сменить личность, а сменить все-таки паспортные данные какие-то. Как личность сменить можно? Это ошибка Википедии. Я много раз в Википедию писал, что у них очень много ошибок, но они плохо с этим справляются. Чаще всего Фрэнк Абигнейл использовал образ летчика, который предполагал целый ряд преимуществ. В период с 16 до 18 лет, работая на одну из крупнейших американских авиакомпаний, Pan American, как бы работая, он за счет компании налетал свыше миллиона миль и в более чем 250 рейсах по 26 странам мира. Как сотрудник авиалинии, он мог бесплатно пользоваться услугами гостиниц, что также шло в ущерб Pan American. Что касается реального управления воздушным судном на правах пилота, то ему удавалось избегать такой ответственности, ссылаясь на запрет пилотирования самолета при наличии алкоголя в крови. То есть, говорит, ну я выпил, я не могу вести. Ну, лети с нами, там, чувак. Вот. Ассистент лектора. По утверждению самого Абигнейла, он в течение одного семестра преподавал дисциплину социологии в университете Бригама Янга, благодаря тому, что поделал диплом Колумбийского университета. Колумбийский университет, кто не знает, это не страна Колумбия, а федеральный округ Колумбия. По-моему, Вашингтон, да, столица. И вот там Колумбийский университет находится. Я так предполагаю, но точно не в Колумбии. Работая в качестве преподавателя, он представился как Фрэнк Адамс. Доктор. Около года Абигнейлу удавалось выдавать себя за главного педиатра одной из больниц в штате Джорджия, представляясь как Фрэнк Коннорс. В Джорджии он укрывался от преследований со стороны полиции, которая чуть не настигла его во время одного из полетов. Когда он начал оформляться в апартаментах в графе профессии, Абигнейл записал себя как доктор, опасаясь, что в случае с пилотом владелец номера мог бы проверить запись с данными Pan American. После этого он сдружился с одним из своих соседей, который был настоящим врачом, и заполучил место в клинике. Юриспруденция. Следующая глава. Работая в Pan American под псевдонимом Роберт Блэк, он сказал одной стюардессе о том, что у него имеется диплом юридического факультета Гарвардского университета. Она познакомила его со своим другом-юристом, который пригласил Абигнейла сдать экзамен в адвокатуру. Чтобы стать юристом, Абигнейлу пришлось подделывать диплом и готовиться к сдаче. После 8 недель самообучения и 2 неудачных попыток ему удается заполучить место при генеральном прокуроре штата Луизиана. Здесь он проработал 8 месяцев, пока не уволился. Причиной ухода послужили опасения, что его может разоблачить реальный выпускник Гарварда, который также работал при прокуроре. Следующая глава. Арест. В конце концов, Фрэнк Абигнейл был пойман во Франции в 1969 году. Один из работников Air France заявил в полицию о том, что узнал разыскиваемого, так как видел его раньше. После задержания Абигнейла в 12 странах потребовали его выдачи за совершенные на их территории преступления. Французский суд за 2 дня вынес приговор о назначении наказания в виде 1 года тюремного заключения, которое затем было сокращено до 6 месяцев. Вот вам гуманизм французский. Во французских тюрьмах даже ресторанная пища. После этого его экстрадировали в Швецию, где он отсидел еще 6 месяцев. В связи с менее суровым характером шведского законодательства, здесь Абигнейл смог почувствовать себя более комфортно. Но впереди его ждало очередное разбирательство о мошенничестве в Италии. К его счастью, Швеции и США удалось договориться о высылке арестанта на родину. Поводом послужило аннулирование паспорта Абигнейла, которое давало шведской стороне легальное основание его депортировать. В апреле 1971 года в штате Вирджиния Абигнейла приговорили к 12 годам тюремного заключения. Вот оно, американское законодательство, самое жестокое. Хуже, чем в России. Благодаря тому, что он согласился сотрудничать с ФБР, из тюрьмы он вышел через 4 года. Легальная деятельность. Последняя глава. Освободившись из тюрьмы, Фрэнк Абигнейл пытается найти себе работу повара, бакалейщика, киномеханика и так далее. При поступлении на работу он не указывал на свою прошлую судимость, но когда работодатели узнавали об этом через анкетные данные, то тут же отказывали в вакансии. Ну, прямо как в Советском Союзе и в России. В результате Абигнейл решил обратиться к нестандартным предложениям в банковскую контору. Он рассказал о своем прошлом, заключил следующую сделку. Он показывает сотрудникам банка способы обмана и подмены документов, а взамен не берет ничего, если выступление будет бесполезным. Если же оно окажется полезным, то ему платят $50 и дают рекомендацию в другие банки. Так как показанные им трюки произвели должное впечатление, Абигнейл вскоре становится легальным консультантом по вопросам безопасности. Я думаю, что в России бы это не прокатило. Ему бы ничего бы не заплатили вообще. Позже в Талсе, штат Оклахома, он основывает агентство, которое консультирует корпорации с мировым именем. По данным сайта агентства, Абигнейловскую программу защиты от мошенничества сейчас применяют более 14 тысяч компаний по всему миру. Кроме того, он продолжает сотрудничать с ФБР, читая лекции в академии и профильных отделах бюро. Благодаря данному бизнесу Фрэнк Абигнейл на данный момент является официальным миллионером. Он живет в городе, где основан его бизнес, вместе с женщиной, которая женился через год после освобождения. В семье Абигнейла растет 3 сына, уже выросло, один из которых работает в ФБР. Агент Джоши, прототип Карла Ханретти из фильма «Поймай меня, если сможешь», был близким другом Абигнейла. Также Абигнейл создал бумагу Frank W. Signature Watermark Safety Paper, что в периоде означает, то есть, бумага для подписи с водяными знаками,
имени себя, да, которая предназначена для изготовления чеков, пропусков, билетов и других часто подделываемых документов. Элементы защиты двухцветной водяной знаки в виде подписи самого Абигнелла. Вещество для фиксации тюнера, разноцветные волокна и чувствительность бумаги к химическому воздействию, а также ее отсутствие в свободной продаже. Дистрибьютор и обладатель эксклюзивных прав на производство компании «Стандарт Реджиста». Вот. Теперь небольшая параллель с российскими реалиями. Где-то в 70-х годах в Советском Союзе один человек по имени Виктор решил поставить себе задачу делать фальшивые деньги. Вот он примерно так же действовал. Про него сняли фильм «Деньги», чтобы далеко не увлекаться. Да, просто посмотрите, очень-очень-очень классный вообще сериал. Один из немногих вот последних наших сериалов. По-моему, 15 или 16 года. Называется он «Деньги». В главной роли актер. Не помню фамилию, хороший актер такой, да. Короче говоря, вот этот Виктор, он решил поделать 25-рублевки. На тот момент это была такая, как бы, бумага, самая, то есть банкнота, которую можно было более-менее легко подделать. Пятидесятки, стольники тогда были очень редки, то есть, ну, практически их не было там. Стольник люди показывали друг другу. Вот я знаю, азербайджанцы за 100 рублей платили 105, чтобы, ну, там, форсануть где-то там, типа, вот, я там крутой, да. Вот. А 25 не вызывало подозрений.